Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такой вот красивый, яркий, красный Тигуан 2013 года выпуска. Оснащен двигателем 2 литра на автомате, полный привод, небольшой пробег, хорошая комплектация и отличное состояние. Салон автомобиля в идеальнейшем состоянии. Как вы можете заметить, кожаные сиденья в очень хорошем состоянии, приятная на ощупь кожа, просторный, чистый салон. В передней части автомобиля у нас также все в отличном состоянии, как дверные карты, пластик, сиденья, кожа в идеальном состоянии, без заломов, без потертостей, кожаный мультируль как новый, все кнопки как новые, очень хорошо следили за автомобилем. Сейчас давайте пройдемся по комплектации. Как вы уже заметили, у нас имеются кожаные сиденья, кнопка электроручника, функция автохолд, коробка у нас автомат. Кнопка старт-стоп, курсовая устойчивость, двухзонный климат-контроль, штатная мультимедиа с камерой заднего вида и партрониками. Кожаный мультируль, круиз-контроль, датчик дождя, датчик света, 4 стеклоподъемника, электрозеркала со складыванием, центральный замок. Также у нас присутствует электрическая регулировка водительского сиденья. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег у автомобиля составляет 178 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот красивый, яркий, надежный автомобиль богатой комплектации, приезжайте к нам в автосалон «Столица», он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Также у нас можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный счет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.